С момента зарождения ребенка до 8-9 месяцев – это этап формирования созависимости. Это когда ребенок, у него формируется связь с каким-то взрослым человеком. Ну, и это в первую очередь, это, конечно, мама. В первую очередь должна быть мама. Но очень важно, чтобы еще на этом этапе появился второй значимый взрослый, с которым тоже будет сформирована вот эта безопасная привязанность. Я вот подчеркиваю слово «безопасная привязанность». И очень важно, чтобы этим вторым человеком был отец. Обычно этим вторым человеком бывает, то это бабушка бывает, либо няня бывает еще. Кстати, да? Желательно, чтобы это был отец. Для чего это важно? Для того, чтобы когда нужно ребенка сепарировать от матери психологически в первую очередь, сейчас я про этап вот этот независимости говорю, контрзависимость он называется, второй этап, тогда он сепарирует ребенка, и ребенок начинает себя чувствовать индивидуумом, он начинает понимать, что мама отдельно, я отдельно. Но вот давайте вернемся к той ситуации, когда женщина живет не одна, ну то есть семья живет не одна, с ними их мама, и мама говорит нет. Мой сын, ну, не будет заниматься, сори, да, Енешка.